Все. А вот, так, вот такая, не сколько надо. Стоит вот? 150. Вот это 150? Это вообще другая, никак не. Прикольно. Сереж, давай возьмем такую, смотри. Сереж. Ты специально стоишь на самом пекле. Давай такую вот возьмем, смотри. 150 рублей. Куда ты хочешь? Ну, на стенку повешу, на дверь. А? Не хочет? Не хочет. Да я беру мозги, не прайс сколько. Ну, не хочет. Просто она такая необычная, да, Сереж? Подожди, давай за 100 рублей поторгуемся, купим. Сережа, ну ты чё, блин? Это что такое индийское интересное? Так это вот как раз это. Кто? Это. Да, ешь, ты чего же там изображал? Пойдем купим, поторгуемся за 100 рублей. Давай за 100 рублей. Все, Сереж, за 100 рупий, держи. Бицет? Все, все. Жди, на вас. Пойдем. Ну, интересная, да, штучка? На дверь повешен при входе. Да, под дверь. На дверь. Ну, что такое интересное? Вот погремушечка такая. Там этот шиба. Будет, то, что... будет коту чем заняться. Коту чем заняться? Давай на ту сторону перейдем, там тенек, а то мы идем прямо это. На меня не иди. Пойдем посмотрим по побрякушке железные. Что это такое вот вообще? Колокольчики. Синюю-то? А? Синюю прошли? Да-да-да, вон там сидел. А он уже сидел? Да. Вот они в дом, видишь, в дом заходят. Здесь у них написано, кто живет, фамилия, имя. Ты что, он говорил все? Так хочется вместе с ними туда зайти, а? Посмотреть. Наверное, они пошли, и нам хочется вместе с ними. Что, сколько ты? За 100 рублей. Прикольненько.